Елена, думаю, за неделю все разрешится. Решетку, проклятую решетку снимут. Наталья, старший по подъезду. Если не позволять самому себе быть лохом, никто не сделает это за вас. Имха! Старший по подъезду Наталья. Если это действительно Машка, то это перебор. Чинила препятствия в ремонте, скандалила с рабочими. Теперь это решетка, будь она проклята. За улыбку всем светлей и веселей. Уважаемые жители, я связалась с начальником нашего участка. Все заявления приняты. Они говорят, сейчас документы идут в течение 25 дней. Старший по подъезду Наталья. Я считаю, что хозяйка квартиры нашла фирму, заплатила свои кровные и поставила эту проклятую решетку. Старший по подъезду Наталья. Да-да, так все и было. Старший по подъезду Наталья. Завтра все узнаем. Я послала качественные фото нашему технику-смотрителю Карине. Посмотрим, что она скажет. Владик, спасибо, это важно. Да все проще, из нас делают лохов. Квартира 125. За улыбку. Заявление мной написано сегодня. Также, если необходимо, пойду на прием к Хананечанен. Yes. Это я ошибаюсь, говорит Николай из 12 квартиры. 125-я. ДДС проплачен. С их молчаливого согласия, подмазанного деньгами, была установлена решетка у Машки и сделана стяжка под плитку в этом пространстве. Установить решетку – это сверление стен, забивание штырей, сварка и приладка к сварке. Старший по подъезду Наталья. Как это? Кому Маша догадалась проплатить в ДЭС? ДЭС не покупается! Вы считаете, что решетка сама встала на место? Квартира 125.